Яйцо или курица? Что было раньше? Такой философский вопрос интересовал людей в древности. Нас, современных людей, интересуют вопросы практические. И если это касается куриных яиц, то какие они бывают, насколько полезны и как правильно выбрать из многообразия на полках магазина? Вопросы требуют ответов, и без специалистов здесь не обойтись. Нам помогут ветеринар и диетолог. Мария, скажите, пожалуйста, в чем заключается польза куриных яиц для организма человека? Яйца – это важный источник хорошо сбалансированных питательных веществ. В нем большое количество белка, прежде всего, и жиров. Белка там аж 13%. Для сравнения, в мясе, например, 18-22% белка. Плюс белок яйца имеет очень высокую биологическую ценность. Он очень хорошо усваивается организмом. Яйца содержат также жирорастворимые витамины, которые очень нужны для организма человека, и множество минеральных веществ. Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 200 мг холестерина, который будет поступать с пищей. То есть это практически суточная норма употребления холестерина, который должен поступить именно извне, помимо того, который образуется в организме человека. Холестерин очень важен. И тот, который поступает извне, и тот, который образуется в организме человека, из него строятся клеточные мембраны, из него образуются стероидные гормоны. Поэтому яйца кушать можно. Вопрос в том, сколько кушать яиц. По последним данным, желательно все-таки употреблять не более одного, максимум двух куриных яиц в день. Употреблять яйца с недостаточной термической обработкой или сырые яйца не рекомендуется из-за высокого риска заражения сальмонеллезом. Перед тем, как готовить куриные яйца, можно проверить их свежесть в домашних условиях. Итак, для этого берем куриное яйцо, емкость с водой и опускаем его в воду. Если яйцо тонет, значит оно свежее. Если яйцо всплывает тупым концом вверх, значит оно тоже хорошее, его можно употреблять в пищу. Но если яйцо всплывает и плавает на поверхности, то стоп, его есть нельзя. Ходить со стаканом воды по магазину будет странно, поэтому как правильно выбрать яйца, узнаем у специалиста. Марина, скажите, на что обращать внимание при выборе яиц в магазине? При выборе яиц мы обращаем в первую очередь на то, где произведен товар. То есть желательно выбирать отечественного производителя, потому что от производителя до прилавка гораздо быстрее поступает продукция. Следующее, на что мы обращаем внимание, это дата сортировки. Дата сортировки, согласно законодательству Российской Федерации, должна быть указана на каждой упаковке. Что обозначают цифры и буквы на яйцах? Маркировка на яйце обозначает следующее. Маркировка состоит из двух знаков. Первое обозначает букву «С». «С» – это значит столовое яйцо. В зависимости от массы яйца различает 5 категорий яйца. Начинается с самой маленькой, это третья категория, с весом от 35 грамм. Затем идет вторая категория с весом от 45 грамм, например, вот такое яйцо. Затем первая категория массой от 55 грамм. После этого идут две категории, которые обозначаются буквами. Отборная и высшая категория, соответственно, буква О и буква В на скорлупе. Высшая категория – масса яйца более 75 граммов. То есть вот разница заметна. Как правильно хранить яйца и, главное, сколько? Яйца хранят в сухом, чистом месте. Желательно, чтобы не было повышенной влажности. Оптимальная влажность – 85-88%. Температура хранения оптимальная – это 4-5 градусов, допускается до плюс 20. Диетические яйца хранятся не более 7 суток. Столовое яйцо хранится 25 суток. Зачем обогащать яйца и как это делается? На полках действительно присутствует много яйца, которое, как говорят, заявляют производители, содержит витамины А, каротиноиды, жирные кислоты, селен, йод и так далее. Производитель подобное обогащение называет получением яйца заданными свойствами. Производится это следующим образом. В корма курам-несушкам добавляют специализированные добавки, витамино-минеральные премиксы, после чего производится обязательно лабораторный контроль. Но хочу отметить, что содержание заявленных веществ в продукте не превышает суточную потребность для человека. Поэтому
То, что написано на упаковке, должно быть подтверждено лабораторными исследованиями. И это для человека полезно. Итак, мы выяснили, что куриные яйца – полезный продукт, который полезен, но в каких-то случаях его нужно употреблять с осторожностью. Однако, если соблюдать меру и помнить про рекомендации специалистов, то наш рацион всегда будет наполнен ярким вкусом этого замечательного продукта.